Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, отправленный в отставку на прошлой неделе, не верит в гарантированную победу Киева. Делая такое замечание, Арестович отметил, мол, он теперь лицо неофициальное, может говорить, что думает. Кто еще из политиков получил характеристику «язык без костей»? Это «Развод», в студии Светланы Смык. Добрый день. Потрясающие откровения поборников международного права вылезают буквально каждый день. Вот и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сікорський проболтался, что Варшава всерьез рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии специальной военной операции России. Я думаю, что имел место момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет. Очередное признание прозвучало в эфире одной из радиостанций в ответ на вопрос, верит ли Сікорський, что правящая партия «Право и справедливость» в какой-то момент думала о разделе. Бывший глава МИД также подчеркнул, у Польши даже есть план раздела Украины с оккупацией ее западной части, однако он, якобы, был актуален только первые 10 дней СВО. Что интересно, раньше Варшава называла это, опять же, выдумками российской пропаганды. Понятное дело, если планы существовали тогда, вряд ли они вмиг исчезли сегодня. Претензии к Киеву, пусть иногда и негласные, существуют давно. При всей натянутой мини-доброжелательности польская сторона не забыла про Украино-Польскую войну, Волынскую резню и другие нелицеприятные моменты совместного прошлого. Поднималась и тема территориальной претензии Варшавы к своему восточному соседу. Карта с расчлененной на 5 частей Украины несколько раз появлялась на экране общественного телевидения. Закарпатская область отходит Венгрии, Черновицкая – Румынии, Польша прибирает к рукам Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области. К России присоединятся Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Все, что в конечном итоге остается – украинское квазигосударственное территориальное образование. В общем, правящая клика Польши уже раздраженно грозит пальцем бывшему министру за излишнюю болтливость. Премьер Матеуш Моравецкий сравнил экс-министра с российскими пропагандистами. Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сікорського, написал политик в Твиттере. Изменит ли отмежевание оппозиции существующую реальность, он не уточнил. Несмотря на то, что Моравецкий вроде как одернул своего несдержанного на язык соотечественника, сотни телеграм-каналов в один голос вторят. Зеленскому и его команде не стоит обольщаться на этот счет. Когда поляки говорят, мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью, они просто не договаривают, мы будем активно участвовать в дележе ее остатков. Ну а что простые поляки? Они все чаще выходят на улицы с антивоенными лозунгами, понимая всю сущность кровожадной политики своих элит, стремящихся развязать Третью мировую.